Номер достойный, мы уже зашли. Первое впечатление очень приятное. Все, несмотря на то, что мы устали, все очень понравилось. Чистенько, очень визуально, просторно. Душ. О, ванна. Круто. Так-с. Халаты есть? Сразу говорите. Или уже надо идти? Ага. Я так подозреваю, что за ними еще надо. Еще надо... Так. Еле открыла. А, вот что ты. Нет, это... Подушка. Такая вот кровать. Я оставила записку для горничной на турецком, попросила халатики принести, и нам их донесли совершенно бесплатно. Ну, вот вам и минус жизни с видом на море. Перед нами открывается вид на лобби, это нулевой этаж. Вниз по лестнице мы спускаемся на минус первый, там у нас находится главный ресторан. А здесь на нулевом есть бар, шампейн-бар, основной бар с импортными напитками. И стойка регистрации тоже находится здесь. Номера расположены на нулевом-четвертом этаже. Территория отеля. Мы сейчас находимся в зоне основного пляжа, где главный корпус. Здесь можно взять полотенечко. И вот он, собственно, основной пляж. Линия узкая достаточно. Есть пирс, и желающие могут найти себе место. Бар. Есть такие зоны, где можно посидеть, почилить. А вот это а-ля-карт ресторан. И вон там сцена, здесь всякие мероприятия проводятся, тоже дискотеки, тусовочки. Вот такая зона. Мы с вами подходим к зоне пул-бара. Здесь у нас два основных бассейна и бар большой рядом с ними. Здесь же проходят детские дискотеки и живая музыка по вечерам. Под красной крышей мы видим кофейню, там же есть мороженое и вафли. Здесь такой большой бассейн, вода очень хорошая, приятная, и есть место, где можно полежать в воде. Вот здесь, кстати, около главного бассейна, ресторан внизу, основной. Это тоже бассейн, здесь можно купаться тоже. Под мостиком проплыть. Везде вот здесь можно плавать. Сейчас с вами пройдем через другой вход, не главный, через спа. Ну и нам так быстрее в номер. Мы где-то вот здесь. Здесь вот такой вот бассейн.
Это если, наверное, холодное время, можно здесь плавать. Красиво. Тоже заглянем сейчас сюда. Тоже чистый бассейн, хороший. Заходим в спа. О. Можно поделать маникюры, прическу. Ага, душно. Ну, имеется. Ну, да, здесь тоже, конечно, имеется. Имеется, что поделано. И бассейн такой, сразу вот тот, который я вам показывала. Вот такой тут спа. Пахнет здесь приятно, кстати. Что? No service. Это было джакузи, наверное, такое, да? Ого. Большой. Steam room, вот паровая. Душ, паровая. Ага. Ну, можно. Так, сейчас я вам расскажу. У нас, значит, основной ресторан. И два а-ля карта. Это рыбный и итальянский. Вот часы их работы. Можете поставить на паузу. Дальше. Вот количество баров, которые у нас здесь есть. И тоже часы их работы. Так. Аквапарк у нас с 10 до 12.30. И с часу 30 до 17. Бассейн, спа-центр. Платные услуги у нас здесь: няня, парикмахер, спа-центр, прачечная, медицинские услуги, бла-бла-бла. Так, и другая информация, то, что у нас выезд не позже 12, заселение после 2, и такое вот. Хочу вам вот так немного показать сверху территорию, то есть вот он главный корпус, он идет таким полумесяцем. Как бы вот оттуда начинается, и вот здесь вот заканчивается, вот здесь конец. И что мы видим? У нас здесь основная территория, то есть это два больших бассейна, вот этот вот с мостиками, здесь можно купаться, и вот тот дальний, где тоже в основном народ купается. Там у нас снэк-бар, здесь основной ресторан, вот он внизу. Здесь у нас кофейный домик, чайник, где можно десерты тоже покушать, мороженое, вафли. Здесь бар у бассейна, самый большой, крупный. Здесь мини-сцена, там проводится анимация. И, я так поняла, вечером тоже музыка играет там. Можно посидеть, там очень красивые зоны современные сделали. Также дальше там есть кофе-поинт, тоже такой домик маленький, где можно чай попить, и там булочки. Тоже еще одно место. Там общественный туалет. И, естественно, основной главный пляж. Вот. Если мы посмотрим сюда, то здесь у нас территория уже идет вилл. То есть она тянется далеко-далеко туда. То есть здесь у нас есть тихий бассейн. Большой тоже достаточно. И дальше есть похожий бассейн, только чуть поменьше. Тоже называется тихий. И дальше. Там в самом конце будет аквапарк. И амфитеатр. Все это нужно идти в ту сторону. А здесь под нами находится спа. Спа-комплекс. Вот такие вот номера здесь. То есть мы, получается, находимся на втором этаже. А всего их 4. То есть 4, 3, 2, 1, 0 и спа на минус 1. То есть на любом этаже вот такие номера без крыши. То есть когда вот вчера дождик шел, у них все номера, все, весь балкончик был мокрый. Все остальные уже под крышей. А здесь при входе есть такая зона с баром, кофе, чай. А всякие импортные напитки здесь вроде бы когда же подают.
А здесь вечерами может играть живая музыка. Вот, стоит фортепиано. И вот такие вот места. Еще и балкончик есть. Спустились по лестнице на минус первый этаж. Там у нас ресторан. Здесь у нас маркет. Кожа меха. Здесь тоже можно зайти в ресторан. И вот так вот идем в сторону пляжа. Вот там спа, спортзал, и можно зайти тоже в корпус. Сейчас туалет, а-ля карт рыбы. Точка чай, кофе. Кстати, по-моему, только кофе, да? Чай не делают. Только кофе и сладости. Булочки. Детский бассейн. Душ. Раздевалка. Помыть ноги. Раздевалка еще есть на пирсе. Там водный спорт, разные парашюты и так далее. Береговая линия очень узенькая. Сейчас покажу вам пирс. Пляж. Я не очень люблю валяться на пляже, поэтому в прошлом видео не прокомментировала. Тоже получила шквал негатива. Пожалуйста, оценивайте этот пляж. Говорят, вход каменистый. Не очень комфортный. Рекомендуют коралки. Вот эта зона вилл пляжная, она как будто бы не доделана. Как будто бы в процессе. То есть я видела на видео, у людей здесь красиво шторки, все дела. Но сейчас здесь явно ремонт. И пляж нерабочий. Лестница там, которая давил, тоже не работает. Ну, как, ее нет. Отсутствует. Вот еще одна раздевалка на пирсе. Лежаки. Тут, кстати, очень быстро разбирают лежаки. То есть, если вы придете в 9-9.30, то при большой загруженности вероятность того, что вы сядете, очень минимальная. О, какие облачка сегодня. Здорово. Здесь предполагается бар, но он никогда не работает. По крайней мере, сегодня, в наши дни, в наше время. Тоже здесь спуск с одной стороны, и там тоже спускается именно непосредственно в воду. Здесь тоже спуск. Давайте, там людей нет. Сюда подойду. И там спуск. Можно прыгать. Вот как это выглядит. И в хороший ясный день там видно Анталию. Да, то есть пляж для вилл, якобы, ну, на который все могут зайти, он сейчас не в подобающем виде. Вот здесь вам пляж покажу, вода прозрачная, все видно. То есть мы видим камни. Ну, вот там подальше более комфортный заход, я так поняла. То есть здесь прям булыжники, там поменьше, там уже нет.
temp. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine. Спокойно. И возле кофейни есть еще вот такая вот комната с мороженым. И вафли вот такие вот делают. И вот он, главный ресторанчик. Заходим и смотрим, что у нас тут сегодня есть. Сейчас сначала мы займем себе место. Где мы займем место? Вот туда идешь, там все смотришь. Так, с места, место. Где мы займем место? А вот здесь на улице, давай. Есть. Тут как, крыша надежная? Да, да. Вот можем прямо здесь. Вот где? Вот здесь. Давай. Отлично, занимаем место и отправляемся на поиски вкусной еды. Это наш первый обед, кстати. Так, сейчас быстренько покажу салаты. Ну, здесь это база. Оливочки, целая стоечка. Соленья. Стоечка. Сейчас по десертам вам покажу. Там прямо мороженое. Так. Турецкие сладости есть в изобилии. Это самое вкусное здесь. И они это умеют делать. Ух ты! Этого я не обращала внимания. Дальше, что здесь? Здесь всякие такие типичные турецкие сладости. Я их обычно никогда не беру, потому что они мне, ну, не нравятся. Так. Дальше. Здесь у нас специи таких интересных кокосовых баночках. Классно придумали. А с противоположной стороны от салата у нас всякие закуски разнообразные. Сыры. Рулетики и так далее. Так, дальше смотрим. Картошка фри, здоровое питание, пареное, вареное, мясо, рыба, наггетсы, турецкая пицца, турецкие петушки, называйте как хотите. Так, по-шустрику макароны. Макароны вам при вас сделают с любой начинкой. Овощи. Так, это что? Что? Интересно. Арбузик, дыня. Кстати, сегодня нет клубники. Или ее на обед нет? Не знаю. Хлеб. Так, супы. Два вида супов всегда. Вот люди набирают. И пюрешка, всякие виды мяса. Вот, например, фаршированный баклажан. Картошечка с овощами. В общем, выбор есть. Я не могу сказать, что здесь прямо излишества какие-то, изыски. Нет, такого вообще нет, никакого особого такого. Ой, извините. Разнообразие. Вот. Ну, в целом, голодными вы точно не останетесь. Вот такие дела. Кстати, мало кто знает, что здесь еще на улице гриль. Многие не доходят, поэтому сейчас вот мы стоим и ждем. Стоим и ждем, когда они доготовят мясо. Нет, какая-то плита чисто лежит. У нас дождик.
Мы набрали себе на обед кучу всего. Супчик. Мясо, салатик, картошечка. Сладенькая. О, кстати, лепешку сюда. Так, сейчас быстро покажу завтрак. Очень много выпечки. Всякие йогурты, ну, как всегда здесь. Масло, джемы. Мед есть в сотах. Мед, сливочный сыр, масло, бла-бла-бла. Хлопья. Салаты разные, оливочки. Все это есть. Также апельсиновый фреш свежевыжатый. Так, сыры, колбасы. Это достойно. Внимание. Так, турецкий ужин. Было много чего симпатичного. Я взяла большую рыбу. Пюрешку, салатик. Голубец. Долма. Сыр взяла. Вот этот вкусный сыр. У меня очень хороший выбор фруктов был. Но десерты красивые. Очень красивые, но... не очень, наверное, вкусные, скорее всего. Такие типичные турецкие десерты. И совсем не было пахлавы. И так расстроилась из-за этого. Также супчик. Ой, Ваня тут набрал. Там, да, на гриле всякие люля были. Шашлычки куриные. Салат прям отдельно, с ума сойти. Как вам такое? Здесь есть еще отдельно kids restaurant, и у них есть вот такая еда. Мило. И вот такие маленькие столики. Мило. Есть такой холодильник здесь, молочные всякие продукты, кефир, детское питание, йогурт, молочко, шоколадное, клубничное, обычное тоже здесь есть. Сегодня вот особенно большая клубника. И вот такие еще чизкейки были. Так, сегодня у нас был морской ужин. Вот вам подсказка. Голубая скатерть. Видите, в голубую? Все, идете, значит, заранее. Потому что сейчас уже только ужин идет 15 минут. Там уже ничего нет практически. Да, там немного подрезают рыбы, но все равно вы не увидите вот этих огромных креветок. Поэтому приходим заранее. А там были суши разные. Ну, я сильно их не брала. Маленькие раки тоже я 2 штучки взяла нам попробовать. В общем-то, да, были интересности, были креветки там в салатах и так далее. Вот, так что, да, но большой ажиотаж, куча людей, так что имейте в виду. И тихий бассейн. К нему можно любому. Живете вы на вилле или в основном корпусе тихий бассейн доступен для всех. Сейчас мы к нему подойдем. Здесь свой бар есть. Лежачков много свободных. Кстати, на основном бассейне сегодня тоже вот время 9:42. И очень легко можно найти себе свободный лежак везде. И на пляже, и на бассейне. Поэтому занимать с 7 утра нет необходимости. Для вилл есть собственный ресторан. Есть такое футбольное поле.
Здесь же находится детский мини-клуб и мини-гольф. Можно взять клюшки, мячик и поиграть. Луна-парк. Здесь есть три аттракциона паровозик. Включают по запросу качели. И такие светятся прикольно ночью. Желтая не работает, а белая работает, но для нее нет кругов. Соответственно, без круга ты едешь на ней очень медленно, тебе нужно отталкиваться, грести. Ну, то есть это вообще не вариант. Поэтому рабочие только вот. Красная, бирюзовая, тройная и синяя. Рядом с аквапарком есть бар, там чаи, кофе, напитки, мороженое, все, что хочешь, можно взять. Не знаю, как по алкоголю, по-моему, нет. А здесь такая вот зона бургер, акваснек, с 12 до 4 работает. Внутри детского клуба, то есть у них такая закрытая территория, и они здесь находятся. Мы взяли клюшки, мячик, все бесплатно, в мини-клубе берется, и вот играем в мини-гольф, и на той стороне еще. Это самая дорогая вилла Бали. У нее самая большая территория закрытая, на нее никак не посмотреть. Тут такие виллы, у них свой бассейн и сразу море. Пирс. Вот такой вот у нас ливень. Ужас. Вот если вы виллу возьмете, будет у вас вот такой бассейн. Но это не на первой линии. Вот на первой линии. Первый вид. Здесь можно взять напитки себе.
Вода, энергетик, кола, фанта, 7-Up. Что еще там? Напитки такие, яблочные, лимонады всякие, яблочные, ягодные. Газировка, вода, айран. Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Вот такой небольшой променадик вдоль моря и вилл. Здесь все в процессе, видите, ремонта. То есть, как... И там пирс должен был быть VIP. Но все тоже в процессе ремонта. Можно идти дальше. Можно свернуть здесь. И вот она, самая дальняя дорога от моря, которая тоже проходит через весь отель. Вот мы на нее вышли. И вон там амфитеатр дальше. Аттракционы, чуть правее аквапарк, баскетбольное поле. Don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Так, и от горок можно тоже сходить на пляж. Кстати, у аквапарка можно взять мороженое. Вот. Сразу за отелем можно увидеть вот такую картину. Это речка Гейнюк, которая как раз-таки проходит через Гейнюк каньон. И в теории вот здесь под мостом можно пойти и выйти в Гейнюк каньон. Здесь еще есть боулинг, но это, по-моему, за доп. Плазу, да? Круто! Сегодня у нас дождь, поэтому турецкий базар находится снова в закрытом помещении. Итак. Духи. Немного попить. Шарфочки. Белый. Hey, it's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. Так, сегодня у нас шоу в амфитеатре. А значит, что у нас здесь работает бар. Сладковато, попкорн. По $2 или евро. Бар. И погнали. Вот такой вот амфитеатр. We'll be right back.
Between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. Вот такая неприятность произошла у нас во время дождя, но мастер очень быстро пришел и очень быстро все починил. И после нам оставили небольшой комплимент в виде фруктов и бутылочки вина. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's... В последний день нашего отдыха появилась вот такая опция с квасом. Подходишь, квасок наливаешь, такая бочка. Подводя итог, хочется сказать, что отель более чем достойный. Да, у него есть свои недостатки, где-то не идеальная уборка, где-то сервис не дотягивает, но плюсы все равно перекроют все недостатки. Поэтому, если вы выбрали этот отель, смело езжайте и ни о чем не думайте, вам точно понравится, и вы хорошо проведете время, как и мы.